друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 6-я серия турецкого сериала «Моя молодость» и что будет в 5-й серии. 6-я серия выйдет на экраны Турции 20 июля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 5-й серии турецкого сериала «Моя молодость» мы увидим, что Ариф и Зекерия начинают понимать, что они должны действовать решительно и необходимо отправиться к женам для того, чтобы вымолить прощение. Они надели свои самые лучшие костюмы и купили по букету красивых цветов, а затем каждый отправился к своей супруге на серьезный разговор. Только женщины сильно удивились тому, в каком виде перед ними предстали мужья. В этот момент Азра продолжает по-прежнему сильно страдать, так как ее любовь к Ахмету никуда не делась. Только девушка понимает, что измены она никогда не сможет простить. Больше всего ей было больно из-за того, что она увидела призначенное для нее кольцо на руке другой девушки. Зола напоминает Азре о том, что Ахмет ее предал, и это сильно не нравится девушке. Она так запуталась и устала, что не может сделать правильный выбор и смириться с поступком Ахмета. Пока она попросила Зола о том, чтобы он на некоторое время просто оставил ее в покое. Когда она встретила Ахмета, то решила спросить, почему он поступил с ней так жестоко. Также она захотела узнать, почему Ахмет подарил кольцо Лейле, а не ей. На что Ахмет ответил, что Азру это совершенно не должно касаться. Эти слова не понравились Азре, и она хотела дать пощечину Ахмету, но он не позволил это сделать. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш каналчик и обязательно пишите комментарии, ведь мы стараемся только для вас. До новых встреч, хорошего вам настроения!